Коничева, дорогие зрители, приветствую вас на канале Европлант Лайф. Ну и как вы видите, мы немножко решили сменить картинку, уехать из Ленобласти, прокатиться до Японии, чтобы показать вам японские сады. Ну, вы поняли, что это, конечно, шутка, на самом деле мы по-прежнему находимся в Ленобласти, но это действительно японский сад, как вы видите. Мы приехали в гости в сад воды и холмов к Екатерине и Глебу Успенским. Здравствуйте! Юрошаймасе! Я хотел бы поговорить вам про ваш прекрасный сад. Слушайте, ну как вам пришло вообще в голову в Ленобласти, в садоводстве, на 900-ках создать именно японский сад? Почему японский? Эта невероятная история началась много лет назад. Возникла в результате, после длительных экспериментов с растениями, с формами, с водой, с землей, с молнией, в конце концов. И в результате этого вот родилась такая восточная динамика, восточная история, которая нас захватила. Знакомые, которые приходили к нам, говорили, что это восточный сад, и мы заинтересовались им уже более серьезно, погрузились, и уже японская тема не отпустила нас. Мы упорно сражаемся за японский сад. Сколько лет-то уже вы сражаетесь? Сражались 8 лет, а сейчас потихонечку, периодически ведем битвы. Я так понимаю, что вы решили вместо Ленобласти создать совершенно другой пейзаж. Вы назвали свой сад воды и холмов. Сад воды и холмов. В японском саду сад с водой – это всегда практически прогулочный сад вокруг пруда. А холмы, горы, которые создаются мини-пейзажем для того, чтобы любоваться какими-то уголками красивыми природного места. В данном случае здесь мы воспроизвели горы нашей местности, поселка Рохма. Глеб, ну, ваш сад можно назвать настоящим японским садом? Потому что, ну, на эту тему очень много различных разговоров ходит, что в России японские сады невозможны по определению. Или это, в принципе, заблуждение? Ваш сад все-таки это стилизация русского сада под японский, с элементами японского? Или вы можете сказать, да, вот это вот настоящий японский сад? Да, совершенно верно, как замечают и наши гости, и гости из Японии. Здесь мы находимся в истинном японском саду. Истина его заключается в той душевной проникновенности. То есть здесь мы не создаем красивые места. Мы создаем атмосферу японского сада. И благодаря именно этой атмосфере и погружаемся в его красоту. То есть, в первую очередь, японский сад – это атмосфера. Не растения, совершенно не камни. Совершенно верно, Андрей, да. Это так и есть. Так и есть. Не растения определяют какой-то красивый бонсай или ниваки. Нет, именно атмосфера вот этого места, сада. Ну, вы им пользуетесь как предметом любования, или все-таки это какая-то часть вашего увлечения, перешедшая в работу? Ну, это сад для жизни, здесь мы живем, любуемся, ухаживаем, работаем в этом саду. Здесь находится наша мастерская, наша, то есть где мы придумываем другие сады, вдохновляясь в том числе и этим. А, Екатерина, я знаю, что вы все-таки организуете экскурсию сюда. То есть сюда можно приехать, попасть, погулять у вас, посмотреть, послушать что-то интересное про Японию вообще и про ваш сад конкретно. Это же уникальный опыт. Да, уже на протяжении нескольких лет к нам приезжают организованные экскурсии. И в этом году к нам стало приезжать бюро авторских экскурсий. У них очень интересная программа, однодневная, вообще посвященная Японии. В том числе они включают наш сад. Здесь проходят экскурсии и чайные церемонии. И вот вчера у нас здесь выступали дуэт «Два бамбука». Играли на сякухати, это японские флейты.
Было очень интересно. У нас было даже тут две группы приезжали по 11 человек. Мы, к сожалению, просто больше не можем вместить народу, но было очень много желающих. Это мероприятие было организовано Центром японской культуры Букацуда. У нас будут представители этого клуба. Они же еще и у них школа японских барабанов «Тайка». И вообще ребят очень много, ну, вместе с нами очень много интересных идей на будущее. То есть сейчас у нас стали проводиться мероприятия, посвященные японской культуре, искусству в нашем саду. Будем надеяться, что будет развиваться дальше. Добавлю буквально несколько слов. Еще активные, очень я приветствую посетителей. Это детвора, которая бегает здесь у нас. Мы проходим, показываем, какие приемы, какие растения. В знак благодарности они приходят и помогают нам в уходе за садом. А причем их с каждым разом все больше и больше. Как да, это вот как каникулы Бонифации. Очень хорошо, когда там лев приехал отдыхать, к нему там... мальчика нашел, начал его развлекать, да, а он привел своих вначале еще двух, То есть вы внедряете японскую культуру через детей, выращиваете новое поколение садоводов. И сейчас, проходясь по улицам нашего поселка, вы можете увидеть дети, которые, кланяясь, говорят вам «коничива». То есть это ваша пропаганда, я так понимаю. Положительный такой. Кстати, к нам можно приехать в частном порядке, предварительно обязательно созвониться со мной, чтобы договориться о дате. Информация, контакты есть в Google картах. Сад воды и холмов можно нас найти. В общем-то, люди находят, звонят и мы. Скажите, как часто вам люди задают вопрос, а возможно ли реализовать японский сад вот где-то у меня в садоводстве? У вас же небольшая территория, 9 соток. В представлении людей кажется, это ну, достаточно сложная, должна быть какая-то большая площадь, где будет какая-то инфраструктура, тут же должна быть чайная беседка, система прудов, камни. То есть ну, все представляют, что достаточно большой масштаб. Ну, а у вас же... Да, у нас это маленькое, но как раз вот и это такое одно из заблуждений, что должна быть и вода, и чайная беседка. Чайный павильон – это чайный сад. Вот у нас есть на примере тоже такой же площади, там до 10 соток. Только чайный павильон и чайный сад. Есть многогектарные проекты, где воссоздан сад Даймё, князь Даймё. Где там уже большой пруд, прогулочные зоны, бамбуковые рощи, слиловые деревья, рощи красных кленов мамиджи и так далее. Ну, то есть вы, в принципе, тоже занимаетесь этим. Вы можете мы этим занимаемся, и проконсультировать, и создать. Создаем. Совершенно. И это не как люди очень боятся. Я не хочу точно такой же сад. То есть японский сад это японский... же какая-то очень широкая такая история. Это может быть сухой сад, сад камней, сад, где минимум растений, сад без газона может быть японский. Совершенно, совершенно верно. Да, сейчас очень это и популярно, и удобно, и красиво. Это мох. Тем более в нашей в Ленобласти это... достаточно. Можно посадить газон, а на следующий день обнаружить, что это мох. Вот, уже. Да, да. Буквально за зиму. Так и есть. Ну, я смотрю, вы прямо даже среди ваших соседей ведете какую-то такую пропагандистскую работу, потому что у вас к вашим 9 соткам вашего сада уже, я вижу, образовались еще новый. Это так, но, скорее всего, соседи сами нас к этому провоцируют. То есть они... Да, постоянно вопрошая, когда же там мы... к ним придем уже и создадим этот сад. Ну вот мы в один такой сад и пришли. Это сад Белой Луны. Мы в него, я думаю, тоже зайдем. Обязательно очень любопытно посмотреть, заглянуть за калиточку. Происходит что-то там. Что интересно, в вашем саду он небольшой, но достаточно сложный. Очень много маленьких-то тропинок, дорожек, стеночек, калиточек, куда хочется заглянуть и где открывается это... такой интересный кусочек. Это такой прием, как вот есть такой сад большой в Такамацу, Рицурин, на острове Сикоку. 70 там с лишним гектар. У него девиз «Каждый шаг – новый вид». То есть с каждым поворотом тропинки открывается новый вид.
Это мы тоже здесь стремились использовать, тем более используя маленькую площадь, чтобы сад не мог просматриваться вот сразу там с одной точки. Пруд тоже не имел визуальной границы, а куда-то там заводь уходит, поворот, создавая ощущение что-то большого, постоянно меняющихся, чередующихся картин. На маленьких пространствах довольно сложно, наверное, это все-таки реализовать. Это сложно, но вот для этого мы и здесь. Ну, вы тоже работаете как любой, наверное, ландшафтный дизайнер, архитектор. То есть вы составляете план участка, генеральный план. Да, да. План дорожек, дендроплан. Вот это вот... По технической стороне это мало чем отличается от создания там... европейского сада или там каких-то там смешанных садов. Везде есть инженерия, коммуникации. Не, это... ну все-таки вы говорите, что первично в японском саду это атмосфера. Да, 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 конечно. Поэтому откуда вы черпаете атмосферу, когда создаете сад, например, не для себя? Вот человек, который побывал у вас и сказал, да, это действительно очень классно, мы хотели бы и иметь японский, но не такой. Когда к нам обращаются люди за помощью в создании сада, мы всегда говорим, что сад мы будем делать вместе. Мы только будем немножечко помогать. Приезжают к нам вначале в сад, мы с человеком знакомимся, смотрим, какие у него предпочтения по нашему саду. Что он хочет, какая у него семья. Ну, много таких вот факторов, которые позволят создать комфортную вот эту вот среду садонастроения. Чтобы японский сад, он был не для какой-то галочки, там, а именно для души, помогал ему в дальнейшей жизни. Глеб, а расскажите, пожалуйста, вообще, в принципе, про каноны. Есть же какие-то вот каноны, по которым устраиваются японские сады. Как правило, японисты очень любят об этом рассуждать. Ну, любят рассуждать, а мы любим практиковать. Это немножко разные вещи. То есть, конечно, есть, да, там древние книжки, сакутейки, там, где описывается, как поставить камень, куда его развернуть, какое количество и так далее. Но практикующие садовники... Мы каждому камню ищем у него лицо, его стремление, выражение, и устанавливая его, такой вот камень в саду, или растение, дерево, всегда с уважением относимся к нему и ставим так, чтобы было не только красиво, но вот создавая вот эту атмосферу. Ну, вот там в канонах тоже есть такое обсуждение, на сколько процентов сад должен быть декоративным, а на сколько он должен быть практичным. Существует же такой дискурс? Возможно, но практичным это в смысле ухода? В смысле его пользования. Пользования. Дорожки пошире, скамеечки побольше, площадочка для барбекю не предполагается ли в японском саду? Как это не предполагает? Это одна из основных вещей. Неужели японцы тоже увлекаются изготовлением шашлыков? Конечно, конечно. Американцы их научили. Ну и европейцы, в общем-то, тоже. На самом деле, в центральной Японии, где есть префектура, которая не выходит к морю, там вовсю едят мясо. Коров они съели давно, коней там что еще бегает. Все-таки предполагается и в ваших садах, которые вы проектируете, чтобы они были не только для созерцания, но и для какого-то функционала, для прогулок. Конечно. Вот, например, наш сад, сад воды и холмов, это прогулочный сад вокруг пруда. Вот как раз можно увидеть прогуливающихся... Гуляющих, да, наших... Японок. Да, дам.
вокруг пруда, поворачивающих по дорожкам, радуются открывающимся им пейзажам, микропейзажам в данном случае. Ну вот эти вот камушки, они некоторые не предназначены, да, для ходьбы. Вот когда к вам приходят гости, как вы им вообще объясняете, как функционировать по саду? Надо ли ходить, можно ли ходить по газону? Надо ли передвигаться по камням? Как? Есть ли камни, на которые нельзя наступать? Такой подробной инструкции нет. На самом деле достаточно интуитивно видно, например, взлетающие камни Табиеси, дорожка, когда для чего они нужны вообще? То есть, казалось бы, неудобно. Камень выпирает с дорожки, можно об него споткнуться, ну, упасть. Да. Такие вопросы вот бывают. Но большинство, когда идет, смотрит себе под ноги. Для того, чтобы как прийти где на пляж Сухаму или на то место, где они заканчиваются, человек поднял голову и увидел ах. Ага, то чтобы это на вау эффект рассчитано. Да, то есть сначала ты идешь. Эта дорожка подводит к смотровому видовому месту, если вот так. А вот чем отличаются вот эти вот отшельнические сады, монастырские сады, сухие сады? Отличаются, конечно, своим воплощением, своей реализацией, пышностью, скромностью. Например, хозяин той же виллы Муринан, известный в Киото, без соседей, создал сад. В центре города Киото ощущение складывается, как будто это вот горная хижина отшельника. Простой ручей, большие высокие деревья, тамерии, там пихты посаженные по краям, закрыли шум, закрыли строения соседние. Глеб, ну а такой немаловажный вопрос, как баня. Все-таки, насколько я понимаю, что все строения на участке, они тоже являются частью сада. Ну и, наверное, любой наш соотечественник, особенно в Ленинградской области, мало себе представляет свой дачный участок без бани. Баня – это важнейший, да-да, конечно, элемент. Так же, как кухня, сад и баня. Эти все три ипостаси, они все в одном, и одна без другой неотделима. Баню мы сделали, конечно, тоже с японской изюминкой, это баня Афура. Прекрасно, Глеб, а давайте мы ее посмотрим. Конечно. Попариться я вас не прошу, но хотя бы одним глазком взглянуть, как это вообще в принципе устроено. Конечно, посмотрим. Очень интересно. Я смотрю, просто японская баня выглядит по сравнению с русской, ну, довольно-таки роскошно, не побоюсь этого слова. Я так понимаю, это не просто фонтан, это какая-то функциональная история, это ванна? Ну, можно назвать это ванна, да. Ротенбура, буквально ванна под открытым небом. Сюда подается горячая вода 42-43 градуса, для того, чтобы можно было ванну любоваться видами сада. То есть такая вот эстетика полезна и для здоровья, и для души. И еще при этом полезно иметь с собой стаканчик саке. Очень полезно, полностью согласен. А помимо этого, ну, парилочка же тоже, наверное, есть у японцев. Вот такой парилочки, как вот русской бани, такого нету. У них горячая вода. Ванна, которая находится внутри, называется офора. Вообще, в принципе, нормально, что у вас каждая постройка отмечена каким-то иероглифом, чтобы никто не запутался. Ну, где туалет, где баня, да, ружо. Да, да, в общем стиле, в общей концепции. В духе так положено. Да, вывешивают. Красное означает женская, кстати, вот половина. Есть еще синяя. Не путать с красными фонарями. Да. Но, кстати, женщинам можно перепутать. И они могут прийти на мужскую половину. Мы, когда такое случается, мужчины радуемся. Их можно понять. А вот обратно я один раз случайно забрел на женскую, поднялся большой визг, еле удалось унести ноги. Не, ну очень практичная история. И здесь же у вас еще и расположенный фонтан, я так понимаю. Водопад. Водопад. Спящего дракона, да, да. И камни какие-то очень интересные, необычные. Явно не из Ленобласти привезены. Камни не из Ленобласти, но рядом у нас из Карелии.
Это вот знаменитый шунгит, известный своим такой энергетикой и антисептическими свойствами. То есть ванна, вода, налитая в шунгитовую вот эту вот ванну, выложенную камнем, ротенбуру, может летом в жаркую погоду целый месяц стоять, вода не испортится, не будет иметь плохой запах. То есть очень... То есть у этого полезно. Тоже есть не только эстетические, но какие-то утилитарные функции? Обязательно. Вообще, Глеб, хотел бы с вами пообщаться по поводу камней отдельно, поскольку камень вообще в японском саду может быть даже более важный элемент, чем растение. И давайте запишем с вами отдельный ролик, где вы расскажете вообще, что такое сад камней, и покажете свой сад камней. Да. Хорошо. Спасибо. Продолжайте смотреть канал Европлант. Мы снимем вам настоящий японский сериал. Oh.